Сегодня у нас 25 февраля 2022 года. Тема нашего вебинара – сосудоукрепляющие компоненты в косметике. То есть мы будем разговаривать в основном о сосудоукрепляющих компонентах, то есть вазопротекторах или венотониках, по-другому их называют, топических, то есть тех, которые мы наносим на кожу, а не которые принимаем внутрь. Какие показания, как правило, для назначения сосудоукрепляющих средств? Это в первую очередь, естественно, сосудистые проявления, которые мы визуально можем определить. То есть это либо склонность к покраснениям, к эритеме, это может быть просто склонность такая ввиду близко расположенных сосудов и особенности вегетативной нервной системы. Также это может быть первая стадия, например, розация эритематозная, которая еще как бы прерозация иногда и называют, когда еще она не очень выражена. Тогда имеет смысл назначать сосудоукрепляющие средства топически таким пациентам. Купероз, разумеется. Ну, здесь понятно, что сами телеангиектазии мы не можем никак убрать топическими препаратами. Мы можем их только убрать механическим путем, то есть, условно говоря, сжечь пораженный сосуд либо лазерным излучением, либо радиоволновым ножом, то есть аппаратом Сургитрон, как правило, это делается. Вот. Но мы можем предотвратить появление новых телеангиектазий, мы можем снизить склонность к покраснениям, и таким образом сосуды не будут подвергаться лишним, так сказать, телодвижениям, да, расшириться, сжаться без надобности, и хрупкие сосуды будут более устойчивые, да, то есть их эндотели будут более эластичны, и они не будут превращаться в телеангиектазии. Собственно, с этой целью и назначаются сосудоукрепляющие компоненты, средства для ухода за кожей, для того, чтобы не убрать уже существующие проблемы, которые невозможно убрать, например, кроме как механическим путем, но при этом предотвратить возникновение и усугубление этих проблем. Розация – это основной вообще, можно сказать, потребитель сосудоукрепляющих средств топических, пациент с розацией, диагностированный или подозреваемый и так далее. И следующие уже показания, они не столь, так сказать, однозначные, то есть не всегда визуально мы видим какие-то пораженные сосуды или покраснения при этих состояниях, но сосуды участвуют, так сказать, либо в патогенезе, да, либо в проявлениях клинических, либо страдают в процессе, да, и поэтому мы должны им как помогать. Акне и, главным образом, постакне. Постакне – это застойные пятна, которые возникают после того, как редуцировался воспалительный элемент. И, соответственно, чем лучше будет кровообращение в области вот этих вот разрешившихся элементов, тем меньше шансов, что будет долго персистировать вот это застойное пятно. И таким образом мы можем снизить вообще частоту их возникновения. То есть сами воспалительные элементы будут разрешаться, скажем так, быстрее, и постакне не будут долго существовать, а возможно, в некоторых случаях не будут образовываться, да, именно застойные пятна, длительно существующие. Поэтому, если у пациента акне или постакне, есть смысл в уходе, например, использовать хотя бы какое-то одно средство, которое будет работать сосудами. Вот. Чаще всего комплексные препараты, они содержат эти сосудоукрепляющие компоненты. То есть, например, препараты с тем же ниацинамидом, они работают и на себрегуляцию, и на улучшение микроциркуляции. То есть как бы выполняют несколько функций сразу. Вот, поэтому это всегда имеет смысл. Ну и более такие прицельно действующие компоненты, о которых мы позже поговорим, тоже имеют смысл в назначении для пациентов с акне. Синдром кожи курильщика, так называемый. Да? Ну, это такое собирательное выражение. На самом деле это тусклая кожа сероватого оттенка. И да, у курильщиков, кто действительно, как говорится, обзавелся такой кожей и благодаря курению табака, это имеет место быть, потому что всем известно, как никотин воздействует на сосуды и на реологию крови, на микроциркуляцию.
Но я всегда говорю, что не обязательно быть курильщиком, чтобы иметь серую зеленоватым оттенком кожи курильщика. Достаточно работать в каком-нибудь полуподвальном помещении по 12 часов в сутки, и вот такая кожа будет тоже. Поэтому здесь как раз имеет смысл обратить внимание, если человек действительно вынужден мало гулять, не получает достаточное количество кислорода, не занимается спортом, то есть физических нагрузок, особенно на свежем воздухе, у него катастрофически мало, то, конечно, страдает микроциркуляция, страдают сосуды, особенно они страдают там, где, по мнению нашего организма, они, ну, скажем так, не самые важные зоны, да, поэтому, конечно же, к мозгу, там, к органам чувств, зрения, там, например, дыхание, к легким, там, и так далее, да, к внутренним органам, отвечающим за нашу жизнь, да, кровь будет поступать более интенсивно, а, например, кожа, там, волосы будут кровоснабжаться и снабжаться питательными веществами и какими-то и кислородом и так далее, да, по остаточному принципу. Поэтому, когда у нас идет дефицит вообще и какие-то проблемы с кровообращением, да, у нас очень часто страдает кожа и дериваты кожи. Вот, поэтому при какой-то проблеме, да, такого характера, синдром кожи курильщика, так называемый, да, он тоже как вспомогательную меру требует назначения сосудоукрепляющих каких-то средств, ну, в данном случае косметических, например. А возраст 35+, ну, это так и обтекаемо написала. На самом деле давно уже много исследовано на эту тему, что структура самих капилляров, сосудов, она с возрастом, конечно, меняется. Но это ни для кого не секрет уже давно. Вот. И сама толщина эндотелия, она тоже меняется, он становится более рыхлым, он становится более хрупким с возрастом. Поэтому, собственно, у нас и возрастные изменения, секундочку, у нас возрастные изменения, тут техническая неполадочка одна. Секундочку. Прощения. Все. Извиняюсь. Так вот, с возрастом у нас, к сожалению, сосуды становятся более хрупкими, стенка сосуда становится более тонкой, склонность к агрегации тромбоцитов, вообще к замедленному току крови, тоже возрастает, и поэтому на самом деле, если мы подбираем уход пациенту от 30 лет, да, от 35, скажем так, и допустим, комплексный какой-то, то обязательно какую-нибудь сыворотку, какой-нибудь препарат из этих, либо комплексный препарат будет содержать сосудоукрепляющие компоненты. То есть мы обязательно должны включить в уход какое-то средство, которое будет поддерживать состояние сосудов, ну и получать в итоге мы будем то, что получаем. Свежий цвет лица, более свежий, да, то есть как бы противоотечный эффект и так далее. Поэтому возраст, он хоть и не является патологией, да, мои года, мое богатство, но является все-таки указанием к использованию сосудоукрепляющих компонентов в косметике. Дальше, если посмотреть на этом слайде, там уже не относящиеся в основном к лицу состояние, это, например, варикозное расширение вен или хроническая венозная недостаточность, тогда используется как пероральные, так и топические венотоники, то есть флебопротектор еще их называют. И при варикозе, да, то же самое, как и при куперозе на лице. То есть мы не можем уже патологически измененный сосуд привести обратно в норму, если это уже совершенно, так сказать, испорченная вена, да, то есть вена, которая уже не имеет тонуса своих стенок, которая превратилась в узловое какое-то такое образование, не работают клапаны внутри. Конечно же, такие вены можно только хирургическим путем удалить. Ну, разные способы есть. Можно склерозировать, можно просто удалить. Вот.
убрать, в общем, патологически измененную вену. При помощи препаратов, наносимых на кожу, разумеется, мы не сможем никак с этой веной взаимодействовать. Но мы опять-таки можем улучшить кровоток в этой зоне, да, за которой мы будем ухаживать такими средствами, и уменьшить проявление варикозной болезни. То есть, а проявление варикозной болезни – это не только визуально расширенная вена, как косметический дефект. Это недостаточность кровообращения, это воспалительные какие-то реакции. И на самом деле склонность и к отекам, тяжесть, например, в ногах и прочее, все эти симптомы, они, как говорится, комфорт не добавляют человеку. Поэтому средства топические, они достаточно хорошо работают, учитывая то, что эти компоненты обладают хорошей биодоступностью. И поэтому мы можем их подключить как раз в схемы лечения, например, хронической венозной недостаточности. Причем на начальных этапах порой достаточно просто топических препаратов. Да, обязательно даже, ну, как бы принимаются, конечно, перорально какие-то более-менее простые, да, лекарства, например, с гисперидином, диасмином в составе, но, или там, допустим, с производными рутина. Но на начальных этапах как раз топические средства, они достаточно такую главную роль выполняют. Вот, целлюлит – это тоже показание для назначения сосудоукрепляющих средств. Причем, если обратить внимание на составы антицеллюлитных хороших работающих препаратов, то там всегда на первом месте будут именно сосудоукрепляющие компоненты. Потому что мы работаем с подкожно-жировой клетчаткой при целлюлите посредованно через улучшение кровотока в дерме. Потому что мы не можем никак при всем желании доставить активные вещества в подкожно-жировую клетчатку, то есть к жировой клетке, к адипоциту, через эпидермальный барьер. Вот. И мы должны обязательно либо активизировать кровоток и лимфоток в дерме, например, да, либо поработать с подлежащими тканями, то есть, например, массажными техниками или при помощи физических нагрузок воздействовать на мышцы. Вот. И когда дерма и мышцы, а между ними находится подкожно-жировая клетчатка, будут в порядке, да, то есть там будет активный кровоток, тогда у нас активизируется, например, липолиз, у нас активизируется противоотечное действие, да, то есть у нас лимфа будет циркулировать быстрее. И, соответственно, мы таким образом можем поработать с целлюлитом. Ну, конечно, не с фиброзной уже формой, там уже, конечно, все сложнее. Но сразу могу сказать, потому что мне иногда спрашивают, а если уже, как говорится, все настолько запущено, фиброзно-отечная форма целлюлита, ноги синие, там дотронуться больно и вообще, а есть ли смысл вообще в этих вот всех косметических средствах? Смысл есть всегда, потому что у нас всегда есть какой-то ресурс еще пока интактных сосудов, как кровеносных, так и лимфатических, которые еще выполняют свою функцию довольно-таки неплохо, и мы можем как раз их укрепить, да, и плюс у нас все-таки в организме образуются новые, например, коллатерали тех же самых капилляров, да, то есть неокапиллярогенез. Это такой процесс, который у нас в организме происходит, когда в ишемизированную зону, например, прорастают новые сосудики. И таким образом мы, улучшая кровоток, да, усиливая его, да, уменьшая отечность, улучшая лимфоток, мы таким образом симптоматику субъективную уменьшаем и продлеваем, так сказать, жизнь, существование вот этим вот уже состоятельным еще пока сосудом, как кровеносным, так и лимфатическим. Поэтому, в принципе, ну как бы... мнение, что если целлюлит уже запущенный, вообще ничего не надо, оно в корне неверно. Это все равно, что когда у тебя сильно болит голова, ну что, ну она уже болит, как бы, а что принимать таблетки? Вот на самом деле примерно так. Гиподинамия, то есть это стоячая или сидячая работа, и когда мало физических нагрузок, это тоже показание к профилактическому применению сосудоукрепляющих средств, даже если нет каких-то проявлений. Вот. Вы мне, если что, сообщайте, если вдруг какие-то проблемы с... Потому что что-то у меня тут какой-то нестабильная связь. Вот.
Значит, что имеется в виду? Ну, сидячая работа, понятно, да, офисная работа, ну, не обязательно офисная, врач тоже, ну, раз 80% своего времени проводит на приеме, сидя за столом, да, условно говоря. Это, как бы, конечно, ведет к тому, что клапаны венозные работают плохо, ну, то есть вены становятся несостоятельными, и, как бы, при склонности к хрупкости сосудов мы получаем хроническую венозную недостаточность, например, в лучшем случае, да, в худшем тромбообразование и порой с фатальным исходом. Поэтому, когда у человека сидячая работа, например, да, действительно лучше профилактически использовать эти средства. Причем использовать даже не просто, когда ты вечером пришел с работы, у тебя там ноги гудят, и как-то ты себя неважно чувствуешь, и ты для облегчения этого состояния, сейчас отвечу, ага, вот, для облегчения состояния ты наносишь вот какое-нибудь там охлаждающее средство или, наоборот, разогревающий гель, типа нашего термоинтенсива. Здесь как раз важно до того, как ты пошел на работу сидеть 12 часов или стоять, если ты там, допустим, продавец или парикмахер, там, ну, то есть, как бы, вообще парикмахер считается одной из самых таких вот тяжелых работ, когда вообще присесть нельзя, да, и это, конечно, влияет, то есть постоянно весь ток крови, весь ее объем, да, он, как говорится, давит на клапаны, и тем самым образуется варикозное расширение вен, ну, то есть проявление хронической венозной недостаточности. Так вот, для профилактики перед началом рабочего дня имеет смысл использовать средства с сосудоукрепляющими компонентами для тела и уже, как говорится, по его завершении. Ну и не забывать, естественно, про какие-то компрессионные там, чулки, колготки, гольфы, бинты эластичные, которыми можно уже, когда что-то совсем, как говорится, предполагается, длительная физическая такая вот неактивность в стоячем положении, да, или в сидячем положении, то можно предотвратить вот явления негативные при помощи компрессионных каких-то вот чулочно-носочных изделий либо эластичных бинтов. То же самое, кстати, не надо забывать делать, если предстоит какой-то перелет, особенно длительный, и тогда, как говорится, нужно обязательно использовать компрессионное белье такое, да, специальное. Вот, значит, ну и последним пунктом у меня аллопеция. Вот, про вопрос помню. Аллопеция, потому что сосудоукрепляющие компоненты – это одни из самых, так сказать, распространенных вариантов составов средств от выпадения волос. Надо понимать, что, конечно же, такие средства, которые содержат там витамины группы В, содержат, например, какие-то раздражающего плана вещества, а-ля там экстракт сурдухового перца, никотиновую кислоту или ниацинамид, как его производная. То есть они работают очень хорошо со стрессовой аллопецией, с аллопецией, связанной с какими-то дефицитами, например, вызывающими нарушение микроциркуляции в области волосяного фолликула, но не с аллопеция гормональная, которая вызвана, собственно, нарушением метаболизма гормонов, да, то есть избытком тестостерона, например, и так далее. И поэтому здесь надо понимать, что генетическая аллопеция, она, конечно, не сильно поддается наружной терапии. Вот. А если же это именно стрессовый вариант, да, или там после диет, или после родов, или просто на фоне хронического стресса, то тогда такие средства будут неплохо помогать. Вот, вопрос поступил. Скажите, а если была травма и резаная рана, лимфатические сосуды как восстанавливают? Прорастают новые. То есть, как бы понятно, что если мы сосуд уже механическим путем удалили, травмировали, ну, то есть его нет, то просто на его месте появится новый. То же самое с капиллярами происходит, потому что мы же, допустим, когда удаляем варикозно расширенную вену, ну, при условии того, что глубокие вены хорошо проходимы, это всегда исследование делается ультразвуковое перед тем, как сделать операцию, например, по удалению варикозно измененных поверхностей вен,
то у нас же не лишается, например, конечность кровотока, у нас новые коллатеральки начинают прорастать. Вот. И, собственно, таким образом и происходит при травматических каких-то воздействиях. Вот. И поэтому здесь как раз единственное, что после травм, каких-то тяжелых травм, там действительно воспаление очень достаточно серьезно идет, и отек сдавливает дополнительно кровеносно-лимфатические сосуды, поэтому борьба с отеками, она тоже имеет место, да, поэтому при травмах стараются, ну, не допускать, например, излишнее выпада интерстициальной жидкости, да, в ткани, то есть не допускать отеков, поэтому, когда там, например, произошла травма какая-то, то первое, что делают, например, когда человек порвал связку, например, на ноге или сломал, да, все-таки стараются охладить конечность. Вот. А потом уже, когда уже этап заживления проходит какое-то, да, время, там несколько дней или там недели, то потом уже рекомендуют какие-то даже иной раз разогревающие средства, то есть которые уже будут активизировать местный кровоток. Вот, а поначалу это всегда противоотечное действие, то есть, ну, по сути, лед. Вот. А перейдем к нашим, собственно, виновникам торжества, то есть топические вазопротекторы или венотоники, которые, не за что, которые, собственно, я хотела бы на которых остановиться. Это в первую очередь растительного происхождения, ну, не в первую очередь, наверное, по распространенности или эффективности, потому что они могут быть, скажем так, равноценно эффективными между собой, то есть я их не в порядке эффективности поставила, а просто, ну, наверное, больше по происхождению, вот, распределила. Экстракты растительные, которые содержат активные вещества, то есть, например, какие-то полифенолы или, допустим, сапонины, или содержат производные там эсцина. То есть и эти экстракты, я тут основную массу их перечислила, то есть это экстракты конского каштана, действующее вещество там как раз сосудоукрепляющее, это эсцин. Эсцин есть и отдельно, то есть как компонент, как сырье используется. То есть надо понимать, что, например, есть экстракт, да, который содержит много компонентов каких-то внутри, да, и из них какие-то действуют там на одну проблему, какие-то на другую. То есть он может быть довольно-таки многофункциональный. Есть какие-то компоненты, которые можно выделить из этого вещества, да, из этого экстракта, например, и использовать отдельно как более селективный такой момент. Например, из там центеллы азиатской очень часто выделяют два основных тритерпеновых сапонина, это мадокосазид и азиатикозид, да, остальные как бы, ну, постольку поскольку. Поэтому, если в составе есть, например, отдельно мадокосазид и, например, комплекс центеллы азиатской, то получается, что действие усилено именно вот как раз в части сосудоукрепляющего компонента, что, ну, и, конечно, антиоксидантного действия. Вот. Значит, конский каштан, красный виноград, ну, сразу вспоминаем наш антикуперозный гель, где это все есть, ну, и не только у нас это есть, на самом деле, если взять любой какой-то, например, гель или крем, который применяется при хронической венозной недостаточности или при варикозе, или для профилактики варикоза, например, у беременных, то там вы всегда найдете, скорее всего, конский каштан и красный виноград. Потому что это самые такие вообще уже многолетней доказательной базой венотоники растительного происхождения. Вот, кстати, в красном винограде у нас есть глюкураниты и изокверцетин, которые работают как тоже сосудоукрепляющие компоненты. Там же, кстати, есть ресвератрол, который работает как мощнейший антиоксидант. Вот, арника, плющ. Опять-таки вспоминаем наши препараты, например, гель для сухой нормальной кожи Нео, лосьон концентрат тоже там есть вот эти компоненты. Ну, арнику мы, наверное, все помним еще с детства, когда нам на синяки наши родители или бабушки мазали. А мазь арника действительно работает это все. У них достаточно хорошая способность проникать через эпидермальный барьер и распределяться в глубоких слоях эпидермиса, в том числе попадать даже в дерму, поэтому,
все вот эти вот компоненты, они реально работают как топические препараты, и это на самом деле не пустые слова. Если, допустим, зайти на какой-нибудь ресурс а-ля PubMed и забить просто в поиске, например, там трансдермальная доставка, там, допустим, какого-то из этих компонентов, например, там, эсцина, да, или русскогиенина, или там, допустим, центелла азиатская, да, медокассетит, то мы найдем массу исследований, где уже это все изучалось. Вот, то же самое относится, например, к таким компонентам, как кофеин, вот, который уже давно применяется как противоотечный сосудоукрепляющий, и есть масса исследований, которые как раз говорят о том, что он достаточно хорошо проникает через эпидермис и может и накапливаться, например, в дерме и работать там, особенно если, допустим, совместно с аппаратными методиками что-то применяется. Вот, а что еще из растений, да, какие растения еще обладают сильным венотоническим действием? Это, конечно же, гинкго биloba, да, то есть это, допустим, иглица, да, которые содержат такие венотоники, которые еще обладают противовоспалительным действием, это рускогенин, неурускогенин. Вот, это мелилота, да, экстракт мелилота очень часто применяется, это имбирь, это стручковый перец, но стручковый перец, он обладает раздражающим и разогревающим действием, поэтому чаще всего он используется, например, в каких-то средствах либо для тела, либо для роста волос. Вот. Для лица, конечно, стручковый перец, как правило, не применяется в средствах. Вот. Ну и центелла азиатская, это вообще такой тоже очень многофункциональный компонент, который обладает и восстанавливающим, и регенерирующим действием, и, собственно, сосудоукрепляющим. Вот. Поэтому вот эти вот компоненты стоит искать в составе косметических средств, которые, собственно, вы планируете применять в качестве вазопротекторов. Дальше биофлавоноиды. Ну, вот основные это гидрокверцетин и троксирутин. Троксирутин полусинтетический биофлавоноид. Также есть, кстати, такие компоненты, как рутазит, рутин, то есть все производные, да. И вот эти вот компоненты, они тоже наполовину антиоксиданты, наполовину вазопротекторы и достаточно мощно воздействуют на сосуды. То есть, ну, троксирутин, наверное, вообще у всех на слуху, потому что гель троксивозин уже 100 лет используется, в котором содержится троксирутин после каких-то там возникновений гематом и так далее, хорошо помогает. Но вот у нас, кстати, в Гельтеке он есть, троксирутин, и в геле, моделирующем для нижней трети лица, и для и в антикуперозном геле, то есть его можно встретить всегда там, где нужно поработать с сосудами, поработать с отеками и так далее. А дигидрокверцетин у нас используется в средствах, где есть пометочка Нео, вот, то есть это гель для сухой нормальной кожи Нео, антивозрастной гель Нео и лосьон концентрат Нео. Вот, и он находится у нас в липосомальной форме, это наиболее биодоступная форма дигидрокверцетина и, собственно, прекрасно работает и на чувствительную кожу, и на, собственно, как антиэйдж, и как антиоксидант мощный, и в том числе укрепляет сосуды. Производные никотиновой кислоты, это в отдельную я группу вынесла, потому что ниацин и ниацинамид, они обладают тоже комплексным достаточно воздействием, не только с микроциркуляцией работают, вот, а также они, собственно, и могут способствовать выравниванию тона лица, немножечко осветляющим действием обладают, себорегулирующими свойствами, то есть уменьшают активность сальных желез. Поэтому единственный здесь момент, но это я чуть дальше еще повторюсь, на этом сакцентирую внимание, они немножечко по-разному работают сосудами и, скажем так, по агрессивности немножко разные. Ниацин, он все-таки более агрессивный. Вы его в составе можете найти как ниацин, как витамин ПП, как витамин В3. Вот. И ниацин, он все-таки тенденцию к расширению сосуда, то есть такую мощную сразу моментальную вазодилатацию, он сохраняет. Единственное, что если совсем немного используется в составе, как, например, в нашем антикуперозном геле, то, как правило, он будет воздействовать на сосуды в безопасном для них режиме, то есть не будет сильно их расширять. Поэтому покраснения после, например, применения антикуперозного геля, они встречаются, ну, не так уж часто, хотя встречаются.
Вот, и тут два выхода у людей. То есть либо не применять средства с ниацином, мы недаром всегда говорим, что перед применением антикуперозного геля нужно обязательно провести пробу на чувствительность никотиновой кислоте. То есть хотя бы пару раз попробовать, желательно на участке кожи где-нибудь там можно, на шее, например, попробовать. Потому что сгиб локтя, он не всегда релевантен. Вот. И после этого уже применять спокойно на лицо. А с другой стороны, так как у нас антикуперозный гель уже давно существует, у нас очень много пациентов его используют и любят очень этот препарат. И некоторые из них говорили, что несмотря на то, что легкая реакция вот, покраснения кожи после нанесения в течение там, пары часов, может быть, да, у некоторых просто несколько там, минут до получаса, вот эта гиперемия возникала в местах нанесения, а потом это проходило. И вот со временем, то есть они, допустим, неделю, две, три пользуются, кожа адаптируется, сосуды адаптируются, уже она не реагирует на антикуперозный гель гиперемии. Мы, конечно, не настаиваем на то, чтобы все люди, у кого там гиперемия от антикуперозного геля вдруг возникла от ниацина в его составе, чтобы они продолжали упорно его применять. Если симптомы нарастают, конечно, это не стоит делать. И тем более нужно еще понимать, что бывают аллергии на компоненты, да, и всегда нужно отличить, это ли просто реакция на компонент, закономерная, прогнозируемая, либо это действительно аллергия. Отличить зачастую достаточно просто, потому что когда реакция просто на ниацин, это такой как бы мини-приливчик такой, прилив крови к лицу в тех местах, где мы нанесли, и, как правило, эта гиперемия не выходит за рамки, так сказать, нанесенного места, и нет зуда. Нет зуда, нет никакой крапивницы, никаких там шероховатостей кожи и каких-то вот элементов, да, красненьких точек не появляется. А при все-таки аллергической реакции, контактном дерматите, все-таки на первое место выходит зуд, покраснение и, как правило, более разлитой характер реакции, когда мы аллерген какой-то, да, не дай бог, на кожу нанесли, то, как правило, все-таки поражение кожи, да, оно выходит за рамки нанесения. То есть, грубо говоря, намазали немножко там в центре лица, а покраснело все лицо, и зудит, и чешется, вот тогда это может быть аллергия. Вот такой нюанс. Вот. Но я не хочу никого пугать, антикуперозный гель наш, конечно, один из самых популярных препаратов, потому что он мягко работает, хорошо очень, там очень богатый состав именно венотоников, не только, собственно, ниацин там в составе, да, он как раз его там очень-очень мало. Вот, но, собственно, надо быть осторожным. А так антикуперозный гель очень хорошо работает с пациентами и с розацией, и со склонностью к покраснениям, и вообще тонус сосудов хорошо улучшает. Я всегда говорила о том, что когда мы еще летали в командировки и так далее, когда у нас была жизнь обычная, вот, то я брала с собой маленький флакончик антикуперозного геля, чтобы воспользоваться им после перелета, перед каким-нибудь семинаром, да, обучением коллег, вот, для того, чтобы кожа лица выглядела более свежей. Значит, следующее ниацинамид. Да, ниацинамид это производная. Он очень хорошо воздействует на сосуды, микроциркуляцию. Он хорошо, его можно гораздо больше использовать в составе, да, он тогда будет и осветлять немножко кожу, и всем регулирующими свойствами обладать, потому что маленькая концентрация он не будет так работать. Вот. И, соответственно, если мы ниацин должны положить там намного меньше 1% даже, да, чтобы не было вот такой реакции. И в то же время, чтобы он сохранил свою эффективность, то ниацинамиды мы можем положить и 3, и 5%, и в зависимости от концентрации у него будут преобладать определенные свойства. И он не будет вызывать покраснение в большинстве случаев, то есть он не обладает такими свойствами расширения сосудов, то есть как вазодилататор не работает. Поэтому чаще сейчас все-таки в косметике встречается ниацинамид, чем чистая никотиновая кислота ниацин. Гесперидин и диасмин относятся к классу бензопиронов. Это такие довольно-таки известные венотоники. Их стали использовать и в топических препаратах, ну и также их принимают, конечно, внутрь. Вот, они тоже хорошо улучшают микроциркуляцию, тонус сосудов. То есть это такие классические тоже венотоники уже. Средства и компоненты с мощным антиоксидантным действием, как правило, тоже обладают и сосудоукрепляющим эффектом. То есть это витамин С в первую очередь.
в виде аскорбиновой кислоты или там аскорбиновой глюкозиды или, допустим, каких любых форм содиум аскорбилфосфат, магний аскорбилфосфат, то есть и в стабильных формах, и в том числе в кислой форме, витамин С работает с сосудами неплохо. Вот, феруловая кислота. Феруловая кислота – это мощнейший антиоксидант, так же, как и ресвератрол. Вот, и эти компоненты, они тоже очень хорошо влияют на тонус сосудов. Ну, и, соответственно, влияя на тонус сосудов, они влияют на и цвет лица, и заживление, и так далее, и тому подобное. И, собственно, при этом являются еще и антиоксидантами, то есть блокируют реакции перекисного окисления липидов. Противоотечные компоненты, такие как кофеин или эфирное масло лицея КУБЭБ, или гуаран, или карнитин и так далее. Да, вот все компоненты, которые чаще всего используются либо в средствах антицеллюлитных, либо в средствах противоотечных, либо, опять-таки, улучшающих микроциркуляцию, или, например, средства для век, для глаз, точнее, для кожи вокруг глаз, которые убирают темные круги, ну, насколько это возможно, то есть тот же кофеин. Эти все компоненты, они обладают выраженным лимфодренажным действием. Вот. И поэтому, если у нас есть пастозность, отечность, склонность, да, деформационный тип старения, какой-то там, я не знаю, еще и усугубляющий это лишний вес, да, то нам нужно отдать предпочтение, чтобы в составе наших каких-то активных средств в рутинном уходе были вот такие противоотечные компоненты. А какие, собственно, эффекты мы от них видим? Это будет повышение резистентности и уменьшение проницаемости капилляров. То есть, опять-таки, уменьшение проницаемости капилляров – это как раз залог успеха в противоотечном эффекте. То есть у нас не выпотевает жидкость, да, не проходит через стенку капилляров. То есть они становятся более упругие, более плотные, и, соответственно, жидкость не выходит в интерстиции. Улучшение реологии крови, уменьшение агрегации тромбоцитов. Да? То есть у нас кровь начинает более активно циркулировать и не возникают, соответственно, тромбы, то есть не загущается кровь. То есть таким образом венотоники улучшают кровоток и, соответственно, мы получаем кислород, питательные вещества, доносят до тканей капилляры более эффективно. Укрепляются стенки сосудов, то есть эндотелия сосудов, которые истончаются с возрастом. То, что я говорила в начале, если посмотреть сосуд каким-то инструментальным методом, да, у молодого человека, да, или у пожилого, будет все-таки разный сосуд на вид, к сожалению. И поэтому здесь как раз рыхлый эндотелий, он достаточно неплохо укрепляется. Ну, для профилактики также это нужно постоянно применять. Вот, при помощи топических вазопротекторов. Противовоспалительный эффект. Потому что у нас всегда проблема венозной недостаточности, как локальной, так и, в общем-то, хронической венозной недостаточности, когда у нас страдают сосуды конечностей, например, да, нижних. К сожалению, воспаление – это еще один аспект, как говорится, этого процесса. И вот эти вот вазопротекторы, да, или флебопротекторы, они подавляют все-таки миграцию лейкоцитов, нейтрофилов, они предотвращают выход вот этих воспалительных цитокинов, то есть медиаторов воспаления в интерстиции, и получается, что мы снимаем вот эту воспалительную реакцию, которая еще больше усугубляет отек и, собственно, нарушение кровотока. Ну, вот. Ну и таким образом, соответственно, мы получаем противоотечный эффект от венотоников. То есть любой венотоник, как правило, обладает противоотечным эффектом, если проще сказать. Какие нюансы применения средств с вазопротекторами у нас могут быть? Есть ли противопоказания? Как правило, на самом деле, противопоказаний как таковых-то нет. Противопоказания могут быть индивидуальная чувствительность к компонентам, то есть аллергия. Но это, как говорится, нужно хотя бы раз использовать, да, чтобы понять, вот, что оно есть или нет. И таким образом, в принципе, мы, как правило, средства сосудоукрепляющие компоненты можем довольно безопасно применять. Вот, если нет аллергии. Но есть такие компоненты, которые, например, имеют определенные побочные или прогнозируемые какие-то побочные действия. Вот, значит, и сейчас я о них чуть позже скажу. То есть самая важная особенность, да, то, что все венотоники, они имеют накопительный эффект. В принципе, большинство препаратов, которые, от которых мы хотим видеть какой-то выраженный эффект изменения, да, ткани,
соединительной ткани там, или эпидермиса, то есть мы либо дерму, там, коллаген, эластин стимулируем, упругость кожи хотим повысить, либо там, чтобы у нас кожа лучше обновлялась, стала более гладкой и более там, натянутой, упругой. Вот, то и также и с сосудами происходит, да, всегда нужен какой-то период применения, да, то есть это не с первого раза происходит, да. То есть гиперкератоз мы можем за один раз пилингом убрать, условно говоря. А если у нас недостаточное кровообращение, тусклый цвет из-за этого, мы должны использовать 2-3 месяца какие-то препараты для того, чтобы был эффект. Если мы хотим убрать морщины, да, условно говоря, ну, насколько опять-таки это возможно, и используем, например, укрепляющие пептиды, например, как в сыворотке 5 пептидов нашей, или используем какие-то вот мерлоксантопептиды, да, вот, мы должны все-таки набрать какую-то определенную дозу для того, чтобы увидеть эффект. То есть это не за один раз происходит. Поэтому всегда надо понимать, что накопительный эффект, его надо дождаться, потому что люди у нас очень такие бывают невыдержанные и хотят, так, что-то он пишет нестабильное соединение с интернетом, но я надеюсь, что все слышно. Так вот, не дожидаются накопительного эффекта, к сожалению, не только от косметики, но и от лечебных препаратов, потому что когда назначаются какие-то лечебные препараты, например, при акне или при розации, если человеку там за неделю-две не помогает, и он морально как бы не подготовлен, достаточно невежественен в плане того, то есть не знает вообще, что с ним происходит, а врач, например, КВД не удосужился ему объяснить, вот, то бывает, что так называемая комплаентность пациента страдает, да, то есть пациенту вроде назначили адекватную схему, а он ей не придерживается. То есть помазался, там у него еще какое-то раздражение возникло, что бывает, например, при назначении топических ретиноидов, и после этого он бросает их на полпути и не получает нужного эффекта, идет по интернету лечиться с соответствующим, как говорится, прогнозом. Так вот, накопительный эффект всегда нам нужно дождаться. То есть это длительное применение от 2 месяцев. Вот. Оптимальный вариант это до полугода, а в принципе в некоторых случаях, практически во многих, такие препараты просто, ну, как зубная паста в ванной, да, должны присутствовать в ежедневной рутине постоянно. Вот. Некоторые вазопротекторы, ниацинамид и кофеин, к примеру, могут подсушивать кожу. Поэтому, например, пациенты сухой, очень обезвоженной кожи. Они могут использовать средства с ниацинамидом и с кофеином, прекрасно могут использовать, но они должны понимать, что при этом они должны выбрать более питательный, более смягчающий, более влагоудерживающий крем, например, да, который он поверх этих сывороток, например, наносит. Должен использовать, например, средства, которые глубоко увлажняют кожу параллельно. Например, там сыворотка с ниацинамидом должна сопровождаться, например, сывороткой с ультрамолекулярной, например, гиалуроновой кислотой, как вот та же, там 3D увлажнение, да, например. То есть, если мы используем при сухой коже, например, средство, которое может ее немножечко обезвожить и подсушить, то нам нужно восполнить вот этот вот пробел, да. Поэтому, допустим, у нас вечером пойдет средство, например, с ниацинамидом в составе с большой его концентрацией, а утром мы под крем будем наносить, например, сыворотку 3D увлажнение, которое будет восполнять недостаток влаги и хорошо ее удерживает. Ну и плюс крем какой-то более питательный. Если некоторые компоненты могут раздражать кожу, то надо понимать, что не нужно поступать как те ежики, которые плакали и кололись, но все равно ели кактус. Вот, а все-таки не использовать, например, на тех участках кожи, как, на которых есть раздражение, либо быть предупреждены, как говорится, об этих побочных эффектах и знать, как с ними поступить. Да? Если, например, мы наносим какие-то сыворотки с никотиновой кислотой или со стручковым перцем с экстрактом на кожу головы с целью простимулировать кровоток в волосяных фолликулах, мы это делаем довольно-таки коротким курсом, и мы понимаем, что раздражение будет, и вот это вот ощущение такое, жжение, оно будет присутствовать, и оно рано или поздно пройдет, да, и мы не будем тащить руки в глаза, там, мазать лицо, опять-таки, этими средствами. Вот, но если это некомфортно, то такие препараты лучше тогда не использовать. Вот, есть другие способы простимулировать волосяные фолликулы без раздражения стручковым перцем. Дорсоваль тот же самый.
Можно сочетать вазопротекторы с пептидами, с антиоксидантами. Очень хорошо сочетать, как я уже говорила, если эти вазопротекторы немножко обладают себорегулирующим действием в сторону уменьшения активности сальных желез, вот, то нам обязательно нужно сочетать их, ну, желательно сочетать с какими-то интенсивно увлажняющими компонентами. Ну, опять-таки, например, с ультра- или низкомолекулярной формой гиалуроновой кислоты или какие-то влагоудерживающие еще есть различные препараты, да, они, как правило, в комплексе все. Если используется активный ретинол, то, в принципе, вазопротекторы можно применять параллельно с ретинолом. Просто не нужно их наносить одновременно. Да? Вот, то есть, допустим, утром идет сыворотка с ниацинамидом, например, C-Energy с антиоксидантами, или там, допустим, Baby Face Serum у нас классная. Ну, я потом на слайдике на отдельном препарате, который наши генетековские есть, с вазопротекторами, все вынесла в отдельный слайд. Но просто так уже, к слову, как говорится, есть, если кто не знает, кстати, что у нас есть линейка натуральной косметики ZU, там первые ее препараты уже стали появляться, там уже достаточно их много стало. Вот, разработки ведутся. И там есть очень классная сыворотка The Baby Face Serum, True Baby Face Serum. Вот. И у нее как раз в составе ниацинамид большой концентрации, аскорбиллюкозид, витамин С, да, то есть там идет комплексное тоже такое воздействие антиоксидантное и на микроциркуляцию, и очень хороший противотечный эффект, потому что там эфирное масло лицея Кубеба. И у нас даже шутят наши клиенты, что, как говорится, если вечер прошел не зря, то с утра надо намазаться турбобифейс-серум. Вот, ну, это так смех смехом, но на самом деле ниацинамид там работает очень хорошо, и поэтому можно с утра, например, использовать True Baby Face Serum под крем Мегаполис в шедшей линейке, а вечером, например, использовать ретинол. А в те вечера, когда нет ретинола, потому что он используется не каждый день, да, ретидерма 25 или ретидерма 5, то мы можем использовать, например, какую-нибудь сыворотку интенсивно увлажняющую, которая будет как раз восполнять недостаток влаги, потому что ретинол он тоже подсушивает. Вот такие вот нюансы. Какие препараты в Гельтеке есть с фенотониками? Это у нас, ну, в первую очередь, конечно, антикуперозный гель, который все знают уже много лет, в котором в составе есть все возможные фенотоники, которые себе только можно представить. Вот, ну и помимо них здесь еще есть диметиламиноэтанол, то есть ДМАЭ, который дает легкий лифтинг, и гиалуроновая кислота высокомолекулярная, которая все-таки позволяет увлажнить кожу, удержать влагу. И антикуперозный гель, разумеется, можно использовать как в домашнем уходе, так и под аппараты. Единственное, я хочу отметить на всякий случай, что аппаратные методики, они разные используются, но, например, для пациентов с куперозом и сосудистыми проблемами нельзя использовать, это я тоже в конце там отмечу еще раз, но сразу скажу, потому что иногда люди удивляются, что антикуперозный гель можно использовать, например, под электрометодики, то есть электропорацию или там гальванофорез, ионофорез. А как же, мол, мы это будем делать, потому что пациентам с куперозом нельзя электрометодики. Вот. И как бы те, которые работают в миллиамперном диапазоне, можно только микротоковую терапию делать из электрометодик. Но у нас есть прекрасный ультразвук. Да? То есть если есть ультразвук ионофорез, то мы прекрасно можем пациентам с куперозом, с сосудистыми проблемами вводить антикуперозный гель при помощи ультрафонофореза. Вот гель для сухой и нормальной кожи Нео тоже, он с одной стороны аппаратный гель, с другой стороны его прекрасно можно применять дома. И те, например, у кого повышенная чувствительность на антикуперозный гель, то есть на сам ниацин в его составе, ниацин и витамин ПП – это синонимы, вот, то как раз, если антикуперозный гель, грубо говоря, не пошел, можно более мягкие венотоники использовать вот в геле для сухой нормальной кожи Нео, например. Там фосфолипидный комплекс, то есть липосома с дигидроквертицином, там арника, плющ, там липа, малибу, знапастеница, огурец. И вот это такой классический комплекс, который у нас и в лосьоне концентрате Нео есть, просто там дигидроквертицина больше, там максимальная дозировка его 10%. Вот, в жидком лосьоне концентрате, который я всегда, можно сказать, мой любимый, да, тоник из всех, наверное, препаратов, которые можно как тоники использовать в Гельтеке, да, хотя лосьон концентрат, по сути, это не совсем тоник, это активный такой жидкий препарат, который во множестве всяких аппаратных методик используется, но так как его прекрасно можно нанести на ватный диск и протереть лицо после умывания, я всегда
Его рекомендую как тоник для кожи атоничной, тусклой, для 35-40+ и так далее. То есть это идеальный тоник вообще для зрелой возрастной кожи, например. И для пациентов с розацией, разумеется. Вот. Соответственно, сыворотка C-Energy – это квинтэссенция всех антиоксидантов тоже, которые себе можно представить, в том числе с действием вазопротектора, да? То есть как бы с сосудокрепляющим действием. Там есть и ниацинамид, там есть и витамин С, там есть и дигидрокверцетин, опять-таки же, там есть ресвератрол, там есть фируловая кислота, витамин Е, экстракт зеленого чая, тоже антиоксидант достаточно неплохой. Вот, и поэтому сыворотка C-Energy это такой очень хороший помощник, когда нужно поработать с, например, возрастной кожей или с кожей, которая тусклая, которая потеряла такое здоровое сияние. Вот C-Energy это отличный вариант. И текстура у нее очень такая, как бы, такой классической сыворотки, она немножечко липковатая, что позволяет наносить ее тем способом, который вообще рекомендуется для нанесения сыворотки, когда мы ее вбиваем, да, потом мы делаем вот такие вот движения руками, да, немножечко активизируя микроциркуляцию за счет механического воздействия, и она потом полностью впитывается, и можно нанести крем. Вот, сыворотка True Baby Face, я про нее уже сказала, да, отличный противоотечный вариант, и, собственно, она тоже немножко осветляет, она дает такое тоже здоровое сияние, хорошая по текстуре, по органолептике и как бы подходит в принципе и под любые косметические декоративные средства и под любой крем ее можно нанести. Вот, и имеет натуральный состав полностью, да, то есть она там отвечает, кто интересуется вот этим, всей этой темой натуральной косметики, да, то вот она как раз из этой серии. То есть там в натуральной косметике свои консерванты, свои требования к происхождению компонентов. Вот. Ну, на самом деле, понятно, что у нас и в других средствах используется большинство натуральных препаратов, косметики натуральные, да, но как бы у косметики, которая позиционируется как натуральная, у нее немножечко более свои какие-то требования, да, к сырью. Поэтому, кто, например, на это акцентирует свое внимание и пользуется только там, косметикой, которая сертифицируется как натуральный, например, то можно обратить внимание на нейкую. Можно ли гель моделирующий под РФ? Да, в принципе, можно, да. Надо смотреть просто, как ваш РФ будет с ним работать, потому что иногда не все аппараты работают со стандартными гелями. Но зачастую я заметила, что если гель содержит, например, коллаген-эластиновый комплекс, бывает, что мультиполярные аппараты, где много-много штыречков, биполярный, наверное, точно подойдет, потому что это вот с мультиполярами бывают некие проблемы, когда там много маленьких вот этих штыречков, между ними гель начинает, если подсыхать, они начинают искрить. Вот. И я заметила, что те гели, которые, например, не содержат коллаген-эластиновый комплекс, они нормально с ними работают, даже с ними. Вот. А гель моделирующий, он как раз неплохо должен подойти под РФ. Он и по густоте, в принципе, не такой жидкий. Надо пробовать. Вот. Но на самом деле я под РФ обычно, если хочу положить какое-то активное средство, я его кладу, но закрываю все равно каким-то более густым, там, либо вообще нейтральным каким-то гелем, а-ля медиагель высокой вязкости, да, но либо там, допустим, беру гель с гидролизатом коллагена алоэ вера, но опять-таки, вот если мультиполяр, вот гель с гидролизатом коллагена алоэ вера не всегда подходит. То есть какой-то густой гель еще сверху, да, чтобы он все-таки охлаждающий эффект еще давал, потому что РФ, он такой, как бы, такое воздействие, да, что если мы перегреем кожу, да, это может быть пациенту не очень комфортно. И если РФ, например, с датчиком, с термодатчиком, то это очень удобно, да, когда без датчика, как бы, надо очень внимательно работать и желательно все-таки все равно иметь датчик, только выносной, обычно вот этот термометр инфракрасный. Под биполяр, да, я думаю, подойдет. Надо попробовать. Вот. Ну вот, отлично. С датчиком вообще спокойно работаешь, хотя, ну, все равно руками, конечно, трогаешь, чтобы, мало ли, там датчик сломается, ну, вот, в процессе. Но, собственно, можно. Можно, кстати, у меня очень хорошо под РФ идут классические наши гели а-ля там антивозрастной Нео, причем
Да, там расход, конечно, больше будет, чем если я буду брать совсем дешевый из боди с гидролизатом коллагена и алоэ, но не всегда, как я уже говорила, с коллагеном гель работает со всеми аппаратами. А, например, тот же антивозрастной Нео очень неплохо идет тоже под РФ. И, кстати, гель-моделирующий для нижней трети можно наносить и на все лицо, это не критично. Ну да, большинству гель с алоэ и коллагеном, да, подходит, потому что он густой, им удобно работать, он дешевый предельно, вот поэтому, и в то же время это не пустышка, как медиагель, и он не подсыхает, там очень много, ну, достаточно большая концентрация глицерина в составе, поэтому он катается довольно-таки долго, что важно, и не подсыхает, и поэтому не пробивает током, да, его, то есть, а когда гель, например, медиагель обычно берут, он начинает сразу быстро подсыхать, и аппараты могут биться током, вот, поэтому медиагель я не рекомендую. У нас раньше был медиагель Т, его, к сожалению, сняли с производства, в котором была тоже высокая доза глицерина, но это был гель-пустышка без активов, да, но было очень удобно работать под РФ. Вот, единственный вариант, который похож на него, но это будет уже сильно дороже, это только если нужно там VIP какой-то вариант сделать. Вот, это стерильный у нас есть гель, который для всяких интраоперационных УЗИ и так далее. Вот он тоже по густоте похож на медиагель Т. Вот. И вот если его в продаже найти, то в отдельных пакетиках серебристых каких он продается. Вот, но как бы это не очень рентабельно получается. Вот, его тоже можно под РФ использовать, это к тому. Вот, ну и да, как раз вот последним пунктом у меня гель-моделирующий для нижней трети, там как раз, ну, фактически антицеллюлитный гель для лица по составу, если проанализировать его. Очень хороший противоотечный эффект. Я всегда пациентам рекомендую, кто берет его для домашнего ухода. Кстати, по нему очень хорошо микротоки тоже делать. Наносить его всегда с массажем. У меня там даже где-то на Ютубе на нашем канале есть в период пандемии 2020 года снятое видео в таких полудомашних условиях, как делать 5-минутный массажик лица лимфодренажный с прокачиванием лимфоузлов, со сбрасыванием лимфы, вот, собственно, с задней поверхности шеи, с передней поверхности, с лица. И, в общем, это занимает где-то буквально 5 минут. И вот когда мы наносим такого плана средства, то можно как раз задействовать вот эти все движения пациентам, и будет регулярный такой массажик ежевечерний, например, и будет противоотечный эффект, либо с утра, наоборот, его делать. Кому как комфортно. Кто-то использует, например, подобные средства с утра, чтобы снять ночную отечность, вот, а кто-то использует на ночь. На ночь не всем нравится использовать много косметики или гели и так далее, потому что многие любят спать лицом в подушку, и, в общем, не у всех удобные матрасы и подушки. С утра бывает тоже отечность из-за этого, не только из-за того, что там напился чаю. Вот, поэтому здесь такие нюансы. То есть, например, средства для кожи вокруг глаз некоторым вообще некомфортно использовать на ночь, каким бы противоотечным эффектом они ни обладали, потому что особенно если дряблые веки, склонность к отечности в этой зоне, сам факт нанесения чего-то влагоудерживающего может усугубить отечность, особенно если человек спит лицом вниз. Да? Вот. И поэтому здесь как раз можно это все проделать с утра, например. Вот. И ну, несколько таких вот протоколов я здесь прям выписала. Но на самом деле мы понимаем, что если мы видим состав и видим пациента, да, у нас, ну, большой простор для творчества. Мы одному одно лучше назначим, кому-то другое комфортнее будет. Вот. Но в целом схемы приблизительно такие получаются. То есть, например, да, купероз и розация неосложненным воспалительным компонентом. Вот у нас есть большой был у меня вебинар когда-то, вот пару лет, по-моему, назад, по розации. И, в принципе, мало что с тех пор изменилось. В рекомендациях, кому интересно именно про розацию, можно поиском найти на сайте, будет, на нашем, я имею в виду, на YouTube-канале. Кто вдруг не подписан, подписывайтесь. Этот вебинар тоже там будет. Вот, можно будет какие-то вопросы, которые не успели задать там, и мне их обязательно перешлют, и я на них отвечу. Вот. Соответственно, если нет воспалительного компонента, то, как правило, преобладают венотоники, потому что мы знаем, что розация – это все-таки у нас в первую очередь ангионевроз, то есть это проблема с сосудами. И понятно, что есть триггеры, которые провоцируют обострение, что есть
целая система, как говорится, причин, то есть это такое мультиформное, можно сказать, заболевание, которое, в общем, и с воспалительным компонентом, и с всякими различными проблемами, да, сопутствующими, да, возникает. И как бы здесь и вегетососудистая система, да, некий разлад, да, происходит при, собственно, розация плюс нарушается вообще структура кожи, соединительной ткани, потому что происходит как бы при розации постепенная дезорганизация волокон эластиновых, коллагеновых, и как, собственно, результат мы видим изменение кожи, да, и изменение стенок сосудов, которые тоже, собственно, страдают в первую очередь. Поэтому, но в первую очередь, конечно, ангионевроз, страничный нерв там играет ведущую роль. Вот, и поэтому вот эти вот приливы, эритема, это все как раз связано с нейрорегуляцией. И кожа становится очень чувствительной, как правило, поэтому всегда уход за кожей с розацией, ну, в меньшей степени с куперозом, потому что купероз это не всегда розация, может быть, несколько там сосудов, грубо говоря, в области крыльев носа куперозных, да, расширенных до, да, сосудов, телангиектазии, но это не значит, что человек розация. Но, как правило, это всегда уход за кожей, как будто за чувствительной, и с сосудоукрепляющими компонентами в составе. И обязательно нивелирование триггеров, да, то есть если ультрафиолет является одним из самых мощных триггеров обострения розации, соответственно, мы будем использовать высокие степени защиты от солнца уже там с первыми лучами солнца, грубо говоря, мартовского. Утро и вечер у нас идет мягкое очищение, ну, гель очищающий, самый универсальный вариант, наносим на влажную кожу, предварительно спенив в руках, умываемся. Дальше лосьон концентрат Нео в качестве тоника. Вот. Я уже говорила, что его можно нанести на ватный диск, протереть лицо как тоником, несмотря на то, что это достаточно мощный профессиональный препарат, но он жидкий, он в флаконе, ничто нам не мешает использовать его дома. Он немножко желтоватый, потому что дегидрокверцетин, он такой коричневатый, сам как сырье, да, как компонент, поэтому не нужно им орошать лицо, потому что некоторыми тониками очень удобно орошать лицо, да, и спреи. Но лосьон концентрат лучше наносить ватным диском, чтобы куда-нибудь не брызнуть им. Дальше мы, получается, будем утром использовать, например, какой-то препарат с венотоником. Это может быть или гель для сухой нормальной кожи Нео, или это может быть трубы Бифейс с ниацинамидом. И, например, если кожа более сухая, ну, скажем, обезвоженная, да, и без повышенной активности сальных желез, тогда может быть гель для сухой нормальной кожи Нео, то есть для обезвоженной кожи подойдет хорошо. Если же кожа, например, еще и комбинированная жирноватая, да, то есть шейный тип кожи, да, или комбинированный тип, то, кстати, Baby Face будет, возможно, даже комфортнее, потому что она будет еще и работать с сальными железами, да, то есть будет уменьшать выработку кожного сала. Соответственно, наносим под SPF, используем мультипротектор SPF 50+, oil free, ну, либо какой-то другой комфортный для вас средства защитные, да. А вечером мы уже будем использовать или антикуперозный гель, например, или сыворотку Сиэнерджи. Опять-таки, если вечером нужен крем, ну, при сухом, при нормальном типе кожи, то можно под ночной увлажняющий крем положить или под питательный массажный спад-персин, то есть, ну, или под любой какой-то другой, опять-таки, который комфортен. Соответственно, мы можем чередовать иногда препараты, да, допустим, если человек хочет использовать, например, и антикуперозный гель, и сыворотку Сиэнерджи, он может, допустим, один вечер использовать антикуперозный гель, другой вечер использовать Сиэнерджи. Если он хочет наносить более часто, то я рекомендую всегда, ну, хотя бы час перерыв между средствами сделать, да, то есть нанести, например, антикуперозный гель, потом там через час нанести Сиэнерджи, и только потом, сразу после Сиэнерджи, уже можно закрыть кремом, как вариант. Вот, ну, можно чередовать. Значит, розация, если осложнена воспалительным компонентом. Как правило, это либо жирная кожа, да, либо это уже когда задействовалась сальная железа в процесс, то есть это папулопустулезная стадия розации чаще всего, но при этом она, например, в ремиссии, потому что если, например, розация в обострении, что эритематозная, что, например, особенно папулопустулезная, то, как правило, кожа реагирует с повышенной чувствительностью, дискомфортом, жжением вообще на любое средство, даже на обычную воду, бывает так.
Поэтому зачастую, когда обострение, наоборот, отменяется вообще весь уход, остаются только лечебные препараты какие-то, да, лекарственные, не буду сейчас перечислять, на эту тему у нас целый вебинар есть. Вот, но косметика практически не используется, либо используется только, ну, максимум там очищающее какое-то средство. И то зачастую неделя там или полторы-две так называемой нулевой терапии назначается, когда человек вообще не использует ничего, ну, грубо говоря, кипяченой водой умывается, промокает аккуратненько мягким полотенчиком лицо одноразовым. Ну, то есть не обязательно одноразовым, но каждый день новым, постиранным, чтобы соблюдать гигиену при папулопустулезной стадии розации. Вот. Соответственно, если это относительно ремиссия, то очищающий гель, лосьон концентрат Нео для умывания утром и вечером. Причем, если кожа не очень сильно жирнится, если чистое белье, на котором спит человек, да, он там постоянно меняет наволочку там раз там 2-3 дня, или там проглаживает ее же вечерним утюгом, то, в принципе, можно утром не умываться очищающим средством, а просто ополоснуть лицо кипяченой водой, промокнуть аккуратненько и лосьонным концентратом Нео, например, протереть. Вот, соответственно, утром можно использовать антикуперозный гель локально, то есть, ну, как правило, на среднюю часть лица, где, собственно, основные проявления локализуются, и на все лицо использовать, например, гель Доматен серый профилактический. Вот, он именно как профилактика дермодекоза, который часто присоединяется к папулопустулезной стадии розации, ну и, соответственно, неплохо увлажняет. И когда они впитались, уже можно наносить средства с SPF, например, мультипротектор. А вечером можно использовать, например, сыворотку стоп-акне с азелаиновой кислотой, которая используется локально на участке с воспалениями, то есть, ну, можно ее на все лицо наносить, разумеется. Вот, но если есть прямо уж совсем сухие участки какие-то, которых нет, ну, они интактные от высыпания, да, то, в принципе, на все лицо можно ее не наносить, наносить только на те участки, где есть высыпание. Не локально прямо на прыщ, а вот на целую, там, допустим, если два прыща на лбу, как я обычно говорю, мажем весь лоб. Вот, а на все лицо и шею можно нанести, например, пектиновый гель, который будет как профилактика постакне работать, будет подкислять среду на коже немножечко, чтобы активизировать нормальную микрофлору. Также вместо пектинового геля можно и гель пробиоскин с пробиотиками наносить. Вот. Но там уже смотрят по ситуации. Да? Если стоп-акне, значит стоп-акне. Если пробиоскин, значит пробиоскин. То есть, если, допустим, назначено какое-то лечение все-таки пациенту, да, и он продолжает его, да, уже вроде обострение сняли, косметикой пользоваться можно, но он продолжает лечение. Значит, наносится лечебный препарат какой-то, да, например, в гелевой форме, тот же там гель Метрогил или гель Салантра. И, собственно, как правило, больше ничего не наносится. Если очень нужно, и кожа сохнет, там дискомфорт, то можно какой-то или увлажняющий крем легкий, да, например, ночной увлажняющий нанести, либо тот же самый пектиновый гель или гель Доматен, но уже через час, как минимум, после лечебного препарата. Понятно, да, вот этот момент. Вот, то есть, чтобы лишний раз кожу не раздражать. А тоничная тусклая кожа у нас утром и вечером очищение мусс с витамином С я рекомендую. Ну, на самом деле и мусс с алоэ, он тоже, они очень похожи, у них на самом деле незначительно отличается состав, пава у них совершенно одинаковый, то есть они оба мягкие. Вот. Ну, кому-то нравится более такой с витамином С цитрусовый, например, аромат мусса, кому-то более сладкий мусса с алоэ, то есть тут уже больше такая органолептика играет роль выбора. Но мусс с витамином С, он содержит витамин С, он содержит разные растительные компоненты тоже, которые хорошо бодрят, можно сказать, кожу, да, поэтому можно мусс с витамином С взять, лосьон концентрат Нео в качестве тоника. Вот, и там уже при атоничной тусклой коже мы можем использовать, например, утром Сиэнерджи с антиоксидантами, вот, и потом использовать крем Витаматекс. Ну, вот Ольга, да, заметила, что пенка с витамином С может, она чуть более жесткая, несмотря на то, что они содержат ни лаурет, ни лаурилсульфатов тоже, но вообще муссы, они чуть более жестковаты, чем гель очищающий, поэтому если мусс сушит кожу, вот, то лучше взять гель очищающий, вот. Потому что и мусс с витамином С, и мусс с алоэ, они идентичны по ПАВам, поэтому, например, пенку с С, если вам жестковато, да, то пенка с алоэ, скорее всего, тоже будет жестковато. И единственное, что на всякий случай надо проверить, чтобы на влажное лицо вы наносили, потому что когда на сухое лицо иногда наносят прям вот, а потом уже размыливают водой на лице, что гель, что пенку из-за этого бывает, сушит, стягивает.
И бывает еще, что жесткая вода, то есть сушит не сама пенка, а сама жесткая вода вот, идет из крана. К сожалению, во многих регионах, в Москве в том числе, во многих районах вода жесткая. Вот. Это мы видим всегда даже по количеству накипи, если у нас не стоит фильтр для питьевой воды какой-то специальный. Вот, поэтому здесь как раз, если сушит кожу, например, вода, то можно этого избежать, умываться кипяченой водой. Либо, если у кого на кухне стоит краник, вот, подсоединен фильтр с обратным осмосом для того, чтобы питьевую воду сразу набирать из краника. Вот с этого краника очень удобно умываться. Вот я сама даже иной раз, когда на ретиноле, например, там использую ретинол наш, и, допустим, поначалу подсушивает он меня, и я умываюсь по утрам, например, из этого краника, который с питьевой водой. Вот. Поэтому, в принципе, можно и так выйти из положения. Вот. Ну, попробуйте, да, если что, с водой разобраться, посмотреть, а то, может быть, и не пенка сушит на самом деле. Вот. А если уж прям совсем пенка жестковата, как кажется, то можно гель очищающий и тоже обязательно влажную кожу наносить. Вот. А, соответственно, Витаматрикс очень хорошо сочетается с Сенерджи, там тоже витамины А, С, Е, там светоотражающие частички в этом креме, это из серии Home Care. Мне он тоже, кстати, нравится за то, что он такой как бы дает эффект, скажем так, голову ухоженного лица. Я люблю им процедуры закрывать пациентам всякие, особенно такие на выход, антиэйдж, потому что Витаматрикс, он дает такое сияние, но без всяких тональных частичек. Там светоотражающие частички барометрит в составе, они именно работают как такое вот здоровое сияние, софт-фокус эффект так называемый. Вот, а вечером можно использовать, например, при атоничной тусклой коже сыворотку Альфа-Дерм. Можно чередовать ее, допустим, один вечер Альфа-Дерм, другой вечер, например, да, та же самая Сиэнерджи, которая была утром, или, например, какой-то еще препарат активный. Вот, потому что тусклая кожа зачастую бывает и все-таки при выраженном гиперкератозе, а альфа-дерм будет мягко, постепенно за счет вот мягкого воздействия кислот, в том числе миндальной, да, которая там основная, будет отшелушивать. Но не как пилинг сразу, да, а вот постепенно, мягко, и также он очень плохо тоже с сосудами работает. Вот, пастозная отечная кожа, да, избыточные жировые отложения, да, то можно как раз подключить и гель-моделирующий, да, который для нижней трети лица. Ну, нижняя треть, он на самом деле наносится прямо от скул. Вот я рекомендую наносить прямо и на область декольте. Вот. Соответственно, мы можем утром очищать там, или муссом, или гелем, кому как нравится, лосьон-концентрат в качестве тоников, а утром, например, использовать либо сыворотку Active Lifting, либо сыворотку Baby Face, да, True Baby Face из The U. И закрывать любым привычным себе кремом. Да, Мегаполис из The U, например, увлажняющие, они все с небольшим SPF. Вот, а вечером использовать, например, гель-моделирующий с лимфодренажным массажем. Использовать крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга. Ее, кстати, можно наносить и вообще как крем для лица на все лицо. Такой как бы эконом-вариант, можно сказать. Потому что крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга, она с матрексилом в составе 2%. То есть у нее очень хороший состав. И главное, что она продается в стандартном нашем 30-миллиграммовом флаконе и стоит вполне бюджетно, то есть, ну, фактически не так, как вот средства для век. Многие продают в какой-нибудь там 5-миллилитровой фитюлечке, а стоит как целый крем для лица, да. Здесь, в принципе, по деньгам не очень мы страдаем, да, поэтому я, например, иногда крем-сыворотку для век просто на все лицо и на шею использую, и прекрасно, мне нравится легкий крем. Вот. У меня комбинированная кожа, склонна к жирности в Т-зоне, поэтому мне вот кофеин в составе крема-сыворотки для век очень хорошо. Как бы он мне не будет сушить. А некоторым, у кого прямо очень сухая кожа и дряблые мелкие такие морщиночки, может крем-сыворотка и не пойти, потому что кофеин он будет все немножко подсушивать. Опять-таки, все надо смотреть. У нас, кстати, скоро выйдет, я так думаю, в скором времени, да, но я сейчас уже боюсь что-то прогнозировать, в такое время мы живем, да, насчет скорого времени. Вот, к сожалению. Но питательный крем, более питательный, с церамидными пептидами будет крем у нас для век, так что ждите анонсов. И он просто уже закончил тестирование, клинические испытания, и осталось ему регистрация, и вот уже, может быть, дай бог, на апрельский Интершарм, если он состоится, то, может быть, мы эту новиночку предоставим. Хочется надеяться.
Вот. Ну, в общем, если кто на наши всякие соцсети подписан, там Инстаграм и так далее, все новости первыми узнаете. Вот. Ну и, соответственно, 1-2 раза в неделю мы обязательно зимнюю масочку нашу любимую делаем. Там хочешь под пленку, хочешь массаж по ней влажными руками делаешь, да, то есть, чтобы придать коже гладкость, профилактику черных точек осуществить, если есть к этому склонность. Вот. И, например, после энзимной маски можно, ну, если кожа, например, склонна к постакне, жирной, комбинированной, если пектиновый гель, да, если. Допустим, хочется какую-то еще маску использовать после энзимной, они будут лучше работать. Ну, так как это все-таки легкий пилинг. И можно любой, в принципе, ночной крем, сыворотку вечернюю свою нанести. То есть, в принципе, это очень хороший такой профилактическая такая процедура полноценная при помощи энзимной маски, которую мы можем сделать сами дома. Ну, а в кабинете мы, конечно, вы все знаете, да, кто с нами давно, мы ее все очень любим. Как предварительный уход перед какими-то активными действиями, ради которых к нам пациент пришел. Вот. Ну и, соответственно, если мы розацию, например, уже классическую лечим чем-то, то у нас идет минимум препаратов всегда, то есть очищение, понятно, гель очищающий, вот, и лосьон концентрат Нео, причем с утра, может быть, это только вода в качестве умывания и лосьон, а потом мы уже назначенный препарат какой-то, да, наносим и закрываем утром SPF максимального значения, вот, а вечером мы можем нанести лечебный препарат и потом при необходимости нанести сыворотку спрей пробиотиками, пробиоскин, она как раз чувствительной кожей, особенно на фоне лечения обострения розация, в принципе, неплохо работает. Но тут надо уже смотреть, как кожа будет реагировать. Вот, иногда ничего лучше, чем что-то, да? А иногда наоборот хорошо. То есть косметика это всегда в некотором смысле лотерея, просто когда человек консультируется у специалиста, например, при подборе косметики, у него меньше шансов не попасть, да, то есть, грубо говоря. Вот. А так, в принципе, даже при подборе у специалиста всегда мы можем нарваться на какую-нибудь индивидуальную чувствительность компонентам, или нарваться на то, что пациент что-то с собой сделал, но нам не сказал, или как бы сам не думает, что это нельзя было делать, да, например. Вот, как бы, и просто получается, после не значит следствие, поэтому, в принципе, если препарат хороший, например, и должен работать хорошо, а пациент вдруг пишет, что на него все-таки возникла какая-то реакция, я обычно предлагаю все-таки подождать какое-то время и, естественно, снять эту всю реакцию, да, может быть, когда-то там антигистаминные препараты нужны для этого или что-то в этом роде, но на фоне спокойной кожи попробовать еще раз, попробовать на участке кожи и потом убедиться вообще на этот или вообще препарат была реакция, потому что очень часто бывают совпадения. Человек, грубо говоря, что-нибудь съел, чем-нибудь подышал, сходил в гости куда-то, где был какой-то аллерген, и потом нанес крем свежекупленный. Естественно, он думает, что это на свежекупленный крем или гель у него реакция. Она может быть совсем с ним не связана. Вот. Ну и напоследок то, что обещала, профессиональные сосудокрепляющие процедуры, то есть те, которые можно делать при как раз проблемах с сосудами. Я считаю, что три варианта самых таких вот физиологичных, хороших физиотерапевтических воздействий, которые при сосудистых проблемах нужны, это микротоковая терапия. Вот, по сути, она на самом деле по-любому из наших гелей можно делать, но обычно препаратами выбора являются гель тонизирующий или гель для сухой нормальной кожи Нео, тоже как раз с фенотониками. Лазерная терапия. Причем лазерная терапия – это не обязательно лазерная биоревитализация, когда мы по низкомолекулярной гиалуроновой кислоте работаем низкоэнергетическим лазером, а это именно классическая, может быть, лазерная терапия, то есть освечивание поверхности кожи, да, это то же самое, там 10 или 12, бывает 15 процедур делается, чаще всего ежедневных и через день, или через день, ну, бывает, что и больше, как бы, промежуток между ними, но это не очень рекомендуется, и тогда просто увеличивается количество процедур. Вот. И лазерная терапия, она не требует контактной среды на самом деле, поэтому ее можно проводить просто по сухой очищенной коже, освечивать поверхность. Можно контактно, можно без контакта с расстояния там 3 миллиметра, ну, чуть-чуть совсем, да, над кожей. Это если кожа, допустим, поврежденная или там много высыпаний, то тогда лучше контактно по ней не работать. Вот работать бесконтактно. И, собственно, лазерная терапия, она как раз тоже очень хорошо работает с сосудами.
Вот, как раз способствует неокапиллярогенезу, когда тоничная тусклая кожа ишемизированная, да, прорастают новые сосудики. Очень хорошие регенераторные способности, скажем так, повышаются кожи при лазерной терапии. Она, собственно, для этого и придумана в физиотерапии, чтобы заживлять что-нибудь, то, что плохо заживает. Вот, поэтому это такое, фактически они там, можно сказать, поделили между собой первое место микротоки и лазерной терапии. И ультрафон-форез сосудоукрепляющих препаратов. То есть, когда нужно депо создать препараты, когда нужно ввести, помочь, да, чтобы больше, как говорится, компонентов попало в глубокие слои кожи при помощи аппаратов, то пациентам с розацией, ну и вообще с сосудистыми проблемами, электрометодики в миллиамперном диапазоне, то есть ионофорез, электропорации не показаны. Вот, а ультразвуковое воздействие вполне можно осуществлять. Вот, собственно, на этом я сегодняшнее